Приветствую, Геральт. Помнишь меня? Мы с тобой встречались в Белом саду. Я помог тебе найти Емнисля. Похоже, тебе снова нужна моя помощь. Хочешь, чтобы я тебе помог? Рукам! Это история о человеке, который не хочет отдавать своих долгов. Хороший удар, ведьмак. А теперь, может, ты мне скажешь, почему лезешь не в свое дело? Бессмертный? Это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие? Надо быть осторожнее в своих желаниях, ведь они могут исполниться. Надо попасть в сокровищницу. Ворвемся, возьмем кому что надо. Ну что, ты со мной? Чего ты хочешь от хозяйки этого дома? Видел, как я все разыграл? Смотри, не пасы.